Действительно ли жизнь на Земле единственная во Вселенной? Если мы не одиноки, кто или что существует в пространстве? Есть ли жизнь во Вселенной помимо нас? Солнечная империя. год. Мощные орбитальные телескопы сканируют пространство в поисках признаков жизни. Они сфокусированы на тусклом желтом шаре. Результаты анализа спектра отрицательны. Нет кислорода, нет жизни. Автоматический аппарат слежения наводит объективы на другой мир, бледно-голубую точку. Анализы спектра показывают присутствие кислорода, и кажется, там есть вода. Да, это так.